Вампир с молотком бегает по необитаемому острову. Как это что это такое? Что происходит? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Настало время продолжить играть в Save the Girl 2, а именно игру Pull Him Out, где вот этот замечательный мужичок в костюме, блин, охотника за привидениями, перемешанного с куклукс-клановцем. Знаете, как будто бы реально его мама куклукс-клановец потрахалась с папой Биллом Мюрреем из фильма «Охотники за привидениями». Получилось вот это вот родилось. Красота такая. В общем, за него будем играть, бабу будем мы спасать. Ну и всякие там спицы будем мы вытягивать. Вот, собственно, этим сейчас займемся. Смотрите, у нас эпидемия всем известного вируса продолжается. Нужно поймать кучу денег, избавиться от вора и одновременно еще, чтобы вот эта вот баба у нас по жизни не страдала, а в своей масочке замечательно там всячески веселилась и дышала. Поэтому. Перво-наперво. Я думаю, нам нужно избавиться, наверное, от чего? От вот этого вот зловония. Я вообще в маске или нет, я понять не могу, потому что я вот не помню, главный герой все время в маске, вот это считается за маску, то есть если я сейчас сниму, я, наверное, проиграю, да, ну давайте для начала вот деньги высыпем и кинем их на вора. Убиваем его деньгами! Вора убиваем деньгами, вдумайтесь в это, пожалуйста. Вообще замечательно. Теперь давай опускаем вот здесь, например. Все деньги капают нам. Ура! А вот эта херня отсюда не распространяется. Так, теперь мы переходим на уровень 16. У нас тут получается что? У нас тут получается есть, опять-таки, воры, злодеи всяческого рода. Перво-наперво нужно, наверное, их соединить вместе и вот эту вот хрень взорвать. Все, электричество уже не работает. Теперь берем, поднимаем вот так. Господи, какой я добрый человек-то. Вау, теперь у нас к денежкам прибавляется еще и мяско. Но я думаю, сразу же нужно накормить собаку мяском, это однозначно. Все, она добрая, теперь вот так и вот так. Сейчас мы собираем все бабки. Я не знаю, когда нам уже хватит? Когда нам уже хватит денег, серьезно? По-моему, мы уже богаче одновременно Джеффа Безоса, Абрамовича и Билла Гейтса вместе взятые. Мне кажется, мы можем купить их бизнес, их жен, их детей, все можем купить, понимаете? Мы еще в Древнем Египте там насобирали бабла просто, там прям бриллианты, алмазы на нас сыпались, но ему все мало. Неожиданно выкинуло меня вот сюда вот. Опять, тут что-то можно за монеты разблокировать. 300, 300, 450, следующий уровень. Ну, допустим, вот 450, что это такое? Давайте просто попробуем. И за что я отдал свои кровно заработанные, я понять не могу. Вот за это нахер он мне дался вообще. Ты кто такой? Шляпник, трубадур сраный. Тысяча чертей, Д'Артаньян, кто ты? Нахер ты нужен? Я не понимаю. Давайте следующий уровень и не будем трахать мозг. В конце концов. Ой, поплыли куда-то. Так, самолет. Подождите, да, была какая-то вроде как катсцена с самолетом, но она что-то как-то скипнулась за секунду. Я так и не понял, что за бред произошел. Так, теперь у нас получается нам нужно срочно. Мы доплыли в какое-то вот это вот говно, и нам нужно срочно с вами в этом говне, получается, опять находить деньги и прочее, да? Ну, я считаю, вот так. В принципе, и все. Сейчас он пробежит и все соберет, да? А бревно тебе зачем? А, бревно тебе нужно, чтобы костер замутить, да, на необитаемом острове. Ясно. Так, окей, допустим. Вот, видите, как прогружается? Вот прошлая катсцена, когда самолет падал в воду, она точно так же. Вначале был вот такой вот экран, типа, он застыл, а потом на одну секунду, типа, падение самолета, и типа, все. Офигеть. Я даже не понял, что это был за бред, если честно. То есть они полетели с этой бабой на самолете, они же хотели получить паспорт, получить там маску, еще что-то, все это взяли. Полетели и прилетели в итоге, блин, в мировой, мать его, океан упали. А рядом остров, шахты и прочее дерьмо. Давай, значит, вот так. Потом вот так и вот так. И сейчас все прям на голову посыпется. Смотрите, хворост, бабло, конечно же. Но это же всегда вот в Робинзоне Крузо так же было. Просто, ну, Дефо как бы он забыл это описать. Что Робинзон Крузо, он когда высадился на необитаемый остров, на него там везде бабки сыпались просто, понимаете? Пятница и бабки. Там, я не знаю, какая-нибудь добыча и тоже бабки.
Пятница, реально, негр этот пришел к нему, когда? Когда он его там спас, пятницу. Он ему пришел, говорит, спасибо, человек, за спасение, на тебе $1 000 000, там, чемодан. Пятница с чемоданом бегал по острову, все знают. Везде так и должно быть. Давайте вот этого получим, чувачка, мне интересно было. Охренеть, я теперь римский, ребята, легионер, который каким-то хреном заперся в необитаемый остров, а теперь тут тусуется, да. У нас какая система? Смотрите, какая у нас система. Нам нужно сейчас взять, сделать вот так и вот так, наверное, да? Все, и теперь я могу пробежать вот по этой штуке, собственно, к моим сокровищам очередным. У этого парня, у него просто нюх на бабло. Я не понимаю, я ему искренне начинаю завидовать. Куда бы он ни пошел, он везде вот жопой чует бабки. Везде жопой чует бабки этот поганый римский легионер, мать его. Аж завидно, очень сильно. Я считаю, что этой бабе, Save the Girl, ей с ним очень повезло. Ей с ним очень повезло, при том, что она такая тупая по жизни, она бы без его замечательных вот этих вот, что называется, экономических способностей, она бы долго не протянула. Все, все, зажег костер и можно ложиться спать, действительно. А потом он проснулся и понял, что, оказывается, на костре надо что-то жарить, жрать ему хочется, понятно? Конечно же, следить за костром, подкидывать дрова, это не надо. Убежал опять в пещеру, в пещере бананы, в пещере мандарины, да, в пещере так, чтобы знали... В пещере так всегда. В пещерах так, ребята, всегда. Ну, тут как бы все просто, да? Сейчас это все на нас сбрасывается. Мы идем. Смотрите, он деньги не нашел. Охренеть. Ты деньги не нашел, чувак. Я не могу поверить. Ты же обнищаешь. У тебя не будет целого $1 000 000 000, приятель. Как это так? День прошел, $1 000 000 000 не нашел. В золоте, в бриллиантах там. И прочих замечательных, собственно, денежных единицах. Вот с таким вот лицом, понимаешь, вот все люди за тобой наблюдают, которые работают там за 10-15 тысяч на работах. Они просто смотрят, что какой-то бородатый бомж куда ни сунется, везде ему бабло. Хочешь особые экзибиции? Да какие ему особые? У него и так уже достаточно. Он уже... Ну, слава богу, смотрите, справедливость начала торжествовать, и сейчас мы обольем водой вот этого. Упс. Че, нет, не обольем? Ну-ка, давай тогда так. Жесть! Вот это игра, ребята. Вот это игра, ребята. Убили кабанчика. Мы только что взяли и убили кабанчика. Очень добрая игра. Очень добрая, милая, прекрасная, замечательная. Просто великолепно. А Юр пазл. Все понятно. Давайте это дело закроем. Так, идем дальше. Что у нас? Что это значит? Новый апгрейд. Самолет. А, это вот сюда вот, да? Понятно. Ну ладно, мы, короче, продолжаем следующий уровень. Я поставил там какую-то херню с самолетом. Не знаю, зачем, но что с ней делать. Здесь смотрите, какая тема. Нам нужно избавиться вначале от кабана, поэтому мы его здесь опускаем. Сейчас кабан побежит ко мне, да, наверное, или как? Чё-то я не пойму. Ну... Может быть, так тогда? Здорово, но... А, вот как надо убивать этих диких зверей. Ты просто бежишь по камню и камнем наступаешь им на бошки. Портал мод. Смотрите, а это, кстати, вот может быть... Это может быть интересная игра. Портал мод, зомби мод. Токсик мод. Но меня портал мод больше интересует. Зомби мод, конечно, тоже прикольно. Что это такое? Это Боумастерс, по-моему, называется или как? Надо посмотреть, как игрант называется. Хитмастерс. Еще и Уолтер Уайт там. Слушайте, Хитмастерс может быть реально прикольной игрой. Меня эта реклама заинтересовала, во всяком случае. Я не знаю. О, жрем. Замечательно. Слушай, ты не хочешь снять это говно? Жарковато, наверное, на тропическом острове. Так, ну все, теперь нам надо строить плот, конечно же. Холодильник, что ли, или что-то? Я не пойму. Там холодильник или что, или мне показалось? Че это? Нет, это не может быть холодильник. Мне кажется, это было бы слишком глупо. Так, все, давай, теперь мы сможем пройтись по этому. А, убить его, конечно. Конечно, убить вначале эту падлу. И, собственно, вот так, все. Что это? Что это такое? Парус, может быть? Это, наверное, для паруса может быть материя. Я хер пойми, я искренне что-то не выкупаю. Но я одно знаю, мы убили кучу несчастных, бедных несчастных кабанчиков. Вот это я точно знаю. А вот а ради чего мы это сделали, я пока... Еще не очень-то понял. Новый скин, смотрите. Вау, его, ваше вампирское высочество. Ну давай, возьмем. Сдохни, кабанчик, сдохни, ай да молодец. Так, ну в общем-то вот.
Это, в принципе, можно и не трогать. Вампир с молотком бегает по необитаемому острову. Как это же? Что это такое? Что происходит? Что происходит? А, нет! Не надо! Не надо этого, пожалуйста. Интересные нынче игры пошли, однако. Однако и игры нынче пошли интересные. Так, у нас два кабана целых. Ни хрена себе. Ну, то есть, я думаю, что, наверное, смотрите как надо. Получается, берем и вот так вот убиваем обоих. Все, все, два сдохших кабана получается. Мы и берем бревна. Да. Почему все это в шахтах находится? Почему все это находится в шахтах? Кто-то может мне объяснить? Это немного странно. Какие-то шахты такие любопытные достаточно. Я опять-таки возвращаюсь к тому же Робинзону. Я представляю себе, насколько бы ему легче жилось, если бы вот так вот можно было все раздобыть. Да что это не пропускается, что ли, этот дрочильня с самолетами? Ну, блин. Че он там вытворяет? О, фига себе. Все, ребята, пошло-поехало. Пошло-поехало, как говорится. Недолго шло, недолго ехало, да. Грустно. Че, смерть, он умер, все, конец игры, да? Хэппи-энд. Сейчас похороны, бабу показывают или что? А, то есть это мы типа прошли уровень, да, на полном серьезе? Это мы типа на полном серьезе сейчас прошли уровень. Это вот такой должен был быть конец. То есть его должно было просто убить молнией. Прекрасно. Окей. Хорошо. Ладно, вот так вот. Давайте мы тогда на этом будем заканчивать. Я не знаю, если вам понравится эта игра, если она вам до сих пор, точнее, нравится, вторая серия у нас, вы обязательно тут ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь, мы тогда продолжим. Жмите колокольчик, поделиться, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И все, на этом всем счастливо, всем удачи, всем пока.